мы тронулись в дорогу. Мы едем в ночной город, в ночной аэропорт. Володя сказал, что много вещей. Я не понимаю, почему много, ничего не много. Сейчас мы у Володи возьмем интервью. Володя, что ты хочешь пожелать? Папа Вадике. Что ты хочешь передать Минирочке? Не, Минирочке Вадюше. Мне счастливого пути и Севочке. Счастья, благополучия. Здоровья. Здоровья. Да. Хорошо, спасибо, Володя. И исполнение всех желаний, да, которые они затронули. Володя купил много семян, а я тоже еще докупила. В общем, может, столько семян, что можно, честно говоря, арендовать прям участок. Там выращивать для японских ресторанов с азербайджанским уклоном. Азербайджанских ресторанов с японским уклоном. Больше всего мы докупили рейхан и тархун. Самые такие смачные наши травы. Три очень важных продукта. Конечно, я понимаю, что это нельзя озвучивать, потому что по декларации, конечно, вывоз продуктов, семян, он запрещен. Но, тем не менее, по всему миру путешествуют продукты из одной страны в другую. Нифига. Человек уехал из страны, где он прожил много лет. Ну, привык к чему-то. И, естественно, что эти продукты едут. Что у нас? Что едет у нас? У нас едут семечки. У нас едет замечательный азербайджанский продукт, белорусская колбаса. Вот. И у нас едут в небольшом количестве печеные. Вот. Еще орешки едут, фунтов. Ты колбасу взяла? Да, взяла. И так мечтала об этом моменте, так приближала его мысленно. Когда же мы поедем в аэропорт? И вот этот момент наступил. И он, к сожалению, так быстро пройдет. Мне хочется растянуть его. Правда, не дай бог, будет задержка рейса. Просто как бы растянуть эти мгновения. Вкусить, вот насладиться ими. Я еду в аэропорт. Володь, я еду в аэропорт. Вдох, может быть, задержка на Токио. Ой, почему? Мужчины хлопочут над нашими чемоданами. Значит, во-первых, их обмотали. Вот эти четыре прекрасных чемодана получат этими вещами. Сейчас Севе тоже сделаем ленточку. Смотри, у тебя ножичка нет. Все, мы уже в духе сидим, ждем наш рейс.